Всем привет! Ребятки, кто-то из вас просил нас озвучить игру Friendbow. Мы ее очень любим, но должна предупредить. В этой игре присутствуют кишки, мясо, кровь, всякая психоделика. Короче говоря, эта игрушка очень страшная. Очень страшная, но очень интересная. Слабонервным не смотреть. Приятного просмотра! Все хорошо. Я словно на небесах. Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Интересно. Это кот. Такой милый и красивый. Темный, как глубокая ночь. Это мистер Полночь. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Мы ужинаем. Я вижу тетю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница. Мои родители уезжают. Тетя Грейс заботится обо мне. Нам так весело. Сегодня вечер понедельника. Я играю с мистером Полночь. Но мне почему-то тревожно. Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится. Оно меня пугает. Внезапно я что-то слышу. Это мама. Она кричит. Я хочу узнать, что произошло. Из комнаты моих родителей горит яркий свет. Я подхожу ближе. И ближе. Мама? Папа? Нет, пожалуйста. Мамочка? Папочка? Френ, пожалуйста, слушай мой голос. На счет три ты проснешься. Раз. Два. Три. Френ, как ты себя чувствуешь? Я в порядке, только грустно видеть одно и то же. Грусть является нашей неотъемлемой частью. Я очень хочу узнать, кто убил моих родителей. Полиция работает над этим. Полиция ничего не делает. Не будь таким пессимистом. Скоро мы обязательно получим ответы. А пока у меня есть кое-что для тебя, Френ. Что там? Видишь стол? Там небольшая посылка для тебя. Она от тети Грейс. Возьми. Сумочка моей мамы. Открой ее. Там внутри что-то есть.
Я не могу это использовать. Возможно, это стоит изучить. Дорогая Френ, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь ее у себя. Когда я размышляла о тебе, я вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в нее все, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность – это величайший дар. С любовью, тетя Грейс. Она беспокоится за тебя. Тетя Грейс? Что же, еще одна причина выпустить меня. Не беспокойся за нее, она в порядке. Я могу идти? Да, можешь идти. Но сперва время принять новое лекарство. Какое лекарство? Лекарство называется Дуотин. Оно сделает тебя очень спокойной. Сестра, мы готовы. Что нового, доктор Дирн? Вообще-то ничего. Те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Френ. Прими свое лекарство. У нас мало времени, Френ. Прими таблетки, сейчас же. Мне плохо. Только не это. Отнесите ее обратно в комнату. И, сестра, больше не давайте ей эти таблетки. Берегись, Фрэнбол. Если ты покинешь дом безумия, я найду тебя, поймаю и верну обратно безумие. Френ, проснись! Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Я люблю тебя. Глава первая. Мой здравый разум. Я все еще здесь. Отвратительное место. Я должна выбраться отсюда.